Добрый день, уважаемые зрители! Мы находимся на строительной площадке «Совалмаш», и сегодня нас посетила делегация Solar Group. Павел Филиппов, Сергей Алфеев, Сергей Семенов тоже также здесь присутствует, но сейчас немножко занят, поэтому я думаю, он к нам присоединится позже. Ну, собственно, с чего начнем, коллеги? Давайте проведем небольшую экскурсию о том, как здесь все работает, расскажу и покажу. Если мы с вами здесь остановимся, то мы сможем увидеть вот это все безобразие. Дело в том, что когда вы последний раз приезжали, был только вырытый котлован, и уровень земли был значительно ниже, чем он сейчас есть практически по всей строительной площадке. Сейчас здесь происходит полным ходом послойное уплотнение грунта, выполняется подбетонка для того, чтобы создать вот такие бетонные основания, на которые в дальнейшем будут крепиться двутавровые балки. И в целом к этому будет подвязываться вся конструкция. Вот конкретно в этой области будет располагаться административно-бытовой комплекс. Далее пойдут опытно-производственные помещения, одноэтажные, с высокими потолками, со всей необходимой техникой, оборудованием и производственными линиями. Дальше мы с вами можем наблюдать формирование складской части. И подробнее сегодня мы сможем как раз-таки на ней остановиться, потому что сама коробка складской части уже готова. Как впечатление? Ну, работа кипит. Работа кипит. Вот, видно, что проделано очень много. Прям с последнего раза, конечно, неузнаваемо. Ну вот, если интересно, это сооружение является лестничным маршем. Установлена опалубка, также был отлит фундамент. И в дальнейшем сейчас тоже будет производиться отливка бетоном. И уже получим совершенно другую картину. Как это будет выглядеть, мы с вами увидим чуть дальше, там, где это уже работа проделана и готова. Пройдемте дальше. Как я уже и говорил, та часть, которая смонтирована, фактически это складская секция. И по бокам от нее установлены, ну, условно назовем это чебурашкой, да, некоторые уши. Это одноэтажные пристройки, которые будут в себе содержать специальное оборудование, обеспечивающее газификацию, инженерные коммуникации, климатические установки и так далее. Фактически это некое сердце нашего будущего ПКТБ, которое обеспечит его возможностью работать. Ну и стоит отметить, что таких сердец у него целых два. Здесь мы с вами видим также бетонное основание, на которое пойдет также односекционная одноэтажная пристройка. Ну а вот сейчас мы подходим как раз к границе складской части. Если мы посмотрим в этом направлении, то мы видим, что балки стоят рядом, и между ними есть небольшое расстояние. Это говорит о том, что складская секция заканчивается, и вот все, что она из себя представляет. А дальше пошла уже именно производственная опытная часть, где будут производиться мелкосерийные установочные партии. И данная секция, если мы видим эту, она трехэтажная, в некоторых местах двухэтажная. Зачем это нужно, поговорим чуть позже, когда зайдем внутрь. То производственные части будут уже одноэтажными, с высокими потолками, для того, чтобы обеспечить возможность работать уже непосредственно с конечным продуктом. То есть я правильно понимаю, вот эта вот часть такая огромная, да, это даже не половина здания, это всего лишь склад. То есть, а дальше она идет туда, и она будет прям гораздо-гораздо больше того, что мы сейчас видим. Ну, если мы сейчас посмотрим сюда, да, то мы сможем с вами увидеть, что инженерные части здания одноэтажные, они довольно объемные, но склад весьма внушительный, и это действительно всего лишь склад. То есть можно предположить, сколько материала, оборудования или чего-то другого будет находиться внутри. Под чем-то другим я подразумеваю двигатели и так далее. Ну и оснастка, и многое-многое-многое необходимое для, собственно, обеспечения всей работы. Но стоит учитывать, что площадь будущего комплекса 14 900 квадратных метров. Но с дополнительными пристройками и, так сказать, необходимыми всеми площадями, она достигает порядка 17 тысяч квадратных метров. 17 тысяч даже. Да. И если мы с вами посмотрим сначала сюда и потом направим взор в сторону строительного городка, то мы можем представить, что здание, финальная его конечная часть, будет уже непосредственно ближе к припаркованным машинам, где трактор, вот там она будет заканчиваться. Ну, здание огромное, огромное, да. Оно действительно очень внушительные размеры имеет, и
Некоторые наши зрители, и не только зрители, в свое время говорили, а почему не взять готовую коробку, какую-нибудь там недостроенное здание, либо уже существующее, и использовать его? Вот данное здание возводится в соответствии с проектом, который был разработан непосредственно для того вида деятельности, которым будет заниматься Совалмаш, а именно разработка и постановка в производство, что очень важно, асинхронных электродвигателей. Ведь разработка — это в представлении многих всего лишь подготовка определенной документальной базы и все. Но постановка в производство — это уже совершенно другое, это иное мероприятие. И оно требует наличия определенных мощностей, которые позволят выполнить ряд сложных операций. И вот это здание отвечает всем поставленным перед ним требованиям, и компания сможет эффективно выполнять свою деятельность. Здорово. Ну, пойдем посмотрим, что внутри находится. Прям интересно. Сразу отсюда мы можем уже видеть, как одноэтажное здание обрастает панелями цокольного этажа. Проведена гидроизоляция с использованием праймера, двухслойная. Далее мы видим облицовочную часть, то есть это профиль, на который будет устанавливаться лицевая отделка, утеплитель и так далее. Пойдемте внутрь. Аккуратно смотрите под ноги, прямо. Здесь мы с вами можем слышать, как кипит работа. Строительные работы, да, идут. Тоже очень интересная тема. Если ранее не видели, то она очень впечатляет. Вот специальная, ну, назову это люлькой, хотя это не совсем правильно. Это механизированная платформа, которая позволяет нашим строителям подниматься на необходимую высоту и выполнять те или иные работы, которые необходимы. При этом они используют страховочные тросы и так далее. Ну, вот у нас две такие телеги, и они позволяют очень серьезно ускорить те или иные работы, повысить безопасность и комфорт, что очень важно. Вот. Но сейчас мы с вами, как я уже говорил, находимся в одноэтажной части, которая со стороны казалась не очень объемной. Здесь, если посмотреть наверх, то уже очень высокие потолки, и именно здесь будет располагаться инженерная часть нашего предприятия. Пойдемте дальше. Я думаю, что первое бросается в глаза — это огромное количество песка. Да. А вот отсюда, собственно, объяснение. Бетонные основания, которые мы видим здесь, точнее, мы видим только их часть. Если вспомним, как это было на котловане, оно представляло собой некую пирамиду. Вот после того, как эта пирамида отлита, гидроизолирована, набрала определенное количество прочности, производится обратная отсыпка, то есть послойное уплотнение грунта 30-40 сантиметров, и все это прокатывается катком, уплотнителями, в сложных местах виброплитами и так далее. И вот на сегодняшний день уровень песка, уровень земли здесь будет еще дальше подниматься. Что важно, все оси производят, на всех осях производится юстирование, то есть юстировка. Фактически все выверяется нивелирами и находится на одной линии. То есть никаких-то отклонений здесь нет. Вплоть до того, что когда строители собирают уже заготовленные заранее металлоконструкции, созданные на предприятии «Астрон», находящемся в городе Ярославле, вот мы там тоже были, показывали, как это работает, ловятся после сборки миллиметры. Там 3 миллиметра, 2 миллиметра. То есть настолько точная металлоконструкция. И сейчас вот конкретно на заднем фоне мы можем видеть Дмитрия Александровича Дуйнова. Производится подливка бетонных оснований, точнее части между бетонным основанием и колонной. Зачем это нужно? Нужно это для того, чтобы выставить как раз-таки вот эти миллиметры, которые могут играть. То есть отлить бетонное основание полностью вот в ноль, ну, это фактически невозможно, поэтому используются специальные материалы, которыми, собственно, выполняется определенная уже подгонка. Вот. Ну, может быть, вопросы какие-то есть? Так, ну я так понимаю, сейчас вот эта часть, это все склад, три этажа склада, да? И вот сюда, как я понял, будет заезжать автомобиль, да, который будет разгружать. Пойдем уж посмотрим. Да, пойдемте. Здесь действительно реализованы две погрузочные бухты, разгрузочные, то есть пандусная группа, у нее есть козырек, который будет защищать нас от осадков и всех тех негативных последствий, которые могут к нам прилететь с неба. И после въезда сюда фуры. Здесь будет установлены специальные кран-балки, лебедки и так далее. И разгрузка осуществляется сразу непосредственно на склад. Далее груз может быть перемещен в то или иное место, ну,
скажем так, на тот или иной стеллаж или место, которое для него предназначено. Mm-hmm. Стеллажи будут также маркированы, будет mm-hmm. очень хорошая система распределения грузов. И это тоже очень важно, потому что правильная логистика, правильное хранение, оно обеспечивает беспрерывную работу предприятия. Вот mm-hmm. здесь это продумывается с самого начала проектирования здания, еще, так сказать, на пере. Mm-hmm. Вот расскажи, получается, ты сейчас рассказал про бетонное основание, да, затем мы устанавливаем металлоконструкции, потом, как я сейчас вижу, затем вот перекрытия идут, да, металлические. Какие следующие работы, я так понимаю, будут панели, да, устанавливать? Что это за панели вообще? Ну вот, я думаю, что начнем все же с перекрытий. То есть uh-huh. фактически то, что мы видим сейчас, это не само перекрытие. Это профлист металлический, uh-huh. который укладывается для того, чтобы далее на нем сделать арматурную стяжку и uh-huh. произвести заливку бетоном. То есть перекрытия uh-huh. будут бетонные, монолитные бетонные плиты. Ну да, фактически это уже будут плиты после того, как будут отлиты. И, соответственно, это обеспечит уже правильную жесткость конструкции для того, чтобы можно будет нагружать ее необходимым весом, скажем так, расчетно. А плиты, которые устанавливаются здесь, это плиты цокольного этажа. По ним можно судить, на каком уровне будет выполнен чистовой пол, по которому уже будет перемещаться техника, сотрудники и так далее. Вот действительно, установка плит производится. На сегодняшний момент их установлено уже определенное количество, но предстоит сделать еще больше, чем есть на самом деле сейчас. Ну и сейчас еще я видел, приехала машина, да, грузовая, да. Привезла новую партию. Да, совершенно верно. Здесь периодически приезжают и автомобили с плитами, и песок, и цемент, и другие материалы, которые нужны. Вот, скажем, сейчас мы перейдем на другую часть, там складируется опалубка разборная, которая применяется как раз для монтажа лестничных маршей и многого другого. Поэтому здесь каждый день происходит определенная работа. Mm-hmm. Все это оптимизируется, и даже когда, что характерно, на заводе-изготовителе плита укладывается в машину, их формуют таким образом, чтобы при разгрузке они вставали уже в нужные места. Потому что, как вы понимаете, временные дороги хоть и есть по всему контуру строительной площадки, но большая фура, ну, довольно проблематичнее ей будет здесь разворачиваться, ездить, тем более, что работает техника, стоят краны, ездят трактора, укладчики и так далее. И вот стараются продумать все таким образом, чтобы была правильная логистика. Опять же, для того, чтобы минимизировать издержки, минимизировать трудочасы и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, действительно, работы проводятся очень много. Вот скажи сейчас, основные работы какие? Я так понимаю, вот эту складскую часть ее доделывают, да, панели устанавливаются, перекрытия доделываются, а в свою очередь там мы продолжаем устанавливать новые металлоконструкции, туда здание расширять. Да, все в целом верно. То есть, фактически, мы движемся изначально с первого дня видеороликов, когда мы показывали монтаж металлоконструкции, мы показали довольно высокие темпы. И в день устанавливалось довольно большое количество металлоконструкций. И тогда было наглядно видно, что сначала ставятся P-образно балки, потом они начинают обрастать связями, боковыми поперечными распорками, поддержкой и так далее. И на сегодняшний день появились балки перекрытий уже. Профиль металлический появляется. Также, если мы посмотрим наверх, ну, здесь, наверное, не очень будет видно, а вот в той части появились фрагменты, элементы кровли. Это будущая крыша, которая будет также закрыта. На сегодняшний день те работы, которые были запланированы касательно металлоконструкции в этой части, они выполнены. Все равно что-то еще будет доделываться, но основная часть, она выполнена. Благодаря этому тяжелая строительная техника, в данном случае два тяжелых крана, они были привезены дальше, на следующую часть строительной площадки. Для того, чтобы это возможно стало, необходимо было временные дороги в составе бетонных плит, которые лежали ранее вот как раз там, где мы с вами стоим. Их переместили дальше, и строительная техника теперь может беспрепятственно там ездить. Также стоит отметить, что, ну, мы сейчас подойдем, я покажу, уже подтягиваются металлоконструкции, они лежат около кранов для того, чтобы монтажные бригады могли беспрепятственно брать и начинать их устанавливать. То есть процесс должен быть беспрерывный. То есть фактически ребята подготавливают себе некий плацдарм, фронт работ, который могут выполнять уже в неком таком монотонном режиме. То есть вообще те работы, которые происходят, это фактически рутинная работа. То есть то, что мы показали в серии наших роликов, фактически дальше нас и ждет то же самое, ну, с какими-то определенными нюансами, изменениями и так далее. Фактически это отливка бетонных оснований,
выставления анкерных соединений Г-образных, монтаж металлоконструкции, их обвязка, кровля, пол, кровля, перекрытие. И таким образом мы будем доходить непосредственно уже до административного здания. И вот когда уже вся коробка будет закрыта, сформирована, тогда мы сможем уже потихоньку начинать приступать к работам внутри здания. Это уже и облицовочные работы, понятно, это и утепление, это инженерка. Когда пойдет монтаж кабеля, это отдельная тема, потому что кабеля здесь довольно много. Ну, я думаю, что на такой объем сложно представить, но здесь нужно понимать, что проектная документация обилует точными данными. И уже заранее, если простым языком говорить, понятно, где будет стоять какой стул и где будет стоять какая розетка. И сколько их должно быть? Где выключатель, где включатель, где линия кондиционирования и так далее. То есть все это уже изначально посчитано. Поэтому нашим строителям, доблестным, не побоюсь этого слова, предстоит выполнить титанический объем работы, который, собственно, специалисты «Совалмаш» будут контролировать и проверять и помогать в случае необходимости. Очень часто меня спрашивают про закупку строительных материалов. Я правильно понимаю, что все, что сейчас можно заранее оплатить, авансы, закупить, все делается заранее, чтобы сэкономить, да, если чтобы цены не выросли потом? Действительно, это так. Это так, но в каком формате? То есть то, что можно оплатить заранее и на что хватает средств, которые заведены, соответственно, да. Но, к сожалению, невозможно предоплатить все и авансировать все, потому что не все средства, соответственно, заходят. То есть есть некоторый процесс, когда они собираются, когда они переводятся, поступают и так далее. Ну, собственно, я думаю, что как никто другой вы об этом знаете и, конечно же, понимаете. Поэтому, действительно, все, что было возможно авансировать, было авансировано, на этом было сэкономлено огромное количество денежных средств, и плоды этих трудов мы с вами сейчас можем наблюдать разбросанными, не побоюсь этого слова, по всей площадке. Ну, конечно, я шучу, они не разбросаны, они складированы на специальных площадках, заранее подготовленных, с соблюдением всех норм, правил, техники безопасности и предписания, которые выставляет завод-изготовитель наших металлоконструкций. То есть, если металлоконструкции будут складироваться недолжным образом, это может повлечь за собой неприятные последствия. Поэтому таковых нарушений не бывает. И за этим тщательно следят. А так вот здесь можете понаблюдать тоже металлоконструкции, которые сложены на этой части. Они уже начинают редеть, их становится значительно меньше. Но если мы с вами повернемся на ту часть строительной площадки, то мы увидим, что их еще достаточно. Так, ну я так понимаю, что туда также склад, в ту сторону, да, до самого конца здания. Да. Ну, тогда можно пройти в ту сторону. Давай посмотрим, что будет располагаться в той части. Я правильно понимаю, это лифт? Да, действительно, это две лифтовые шахты. Они будут осуществлять перевозку людей, может быть, части оборудования необходимого с первого, второго, третьего, между первым, вторым, третьим этажами. Так, а это лестница, наверное, да? Да, это лестничный марш, который еще в стадии... Ну, в стадии работы, назовем это так, то есть выполнена арматурная стяжка, отлито бетонное основание, и в дальнейшем будет установлена опалубка разборная, которую мы сможем с вами видеть вон там в углу, на том лестничном марше, после чего будет вызвана бетон и произведена отливка. Я предлагаю немного обойти, переместиться нам, для того, чтобы не перекрывать до линии, которые, собственно, строители. Здесь не стоит. Да, действительно не стоит. Александр, скажи, а как металлоконструкции сами крепятся друг к другу и к бетонному основанию? Хороший вопрос. Все осуществляется за счет болтовых соединений. Здесь мы можем наблюдать бетонное основание, в которое уже вмонтированы анкерные соединения, Г-образные. Это довольно, ну, скажем так, большой диаметр болта под серьезную колонну. И как это выглядит, мы с вами сможем понаблюдать вон там, потому что как раз-таки там происходит установка кондуктора специального, благодаря которому выставляется соосность болтовых соединений, чтобы они были не завалены, не наклонены, и для того, чтобы непосредственно металлоконструкция входила в свои крепежные отверстия и уже
без проблем устанавливалась дальше. Между собой металлоконструкции также соединяются на болтовых соединениях и затягиваются. То есть финальная протяжка осуществляется с применением динамометрического ключа, и ну, она контролируема. То есть определенная степень зажатия, которая указана в соответствующей документации. За этим тоже также тщательно следят и контролируют, потому что неправильная фиксация, неправильное натяжение, напряжение может привести к определенным последствиям, которые никому не нужны. И что, кстати, интересно и характерно, если мы с вами посмотрим металлоконструкцию, в одном из наших видеороликов мы это уже показывали, диаметр юстированного отверстия, он позволяет получить небольшой люфт с болтом. Это необходимо для того, чтобы как раз-таки и ловить вот те миллиметры, о которых я говорил. То есть конструкция, она встала, после чего, ну, сейчас я, к сожалению, не наблюдаю их, видимо, ребята уже их сняли, специальные тросы используются, вытягивается металлоконструкция, выставляется нивелиром и производится уже затяжка в правильных направлениях. Слушай, а вот скажи, такой вопрос большой на самом деле. А почему именно по этой технологии решили строить? Вот обычно как-то в представлении людей, когда строишь что-то надежное, это как-то из кирпичей, да, вот принято строить, мне кажется, по крайней мере, там частные дома. А вот у нас металлоконструкции. Чем это лучше или, может быть, это дешевле, может быть, это проще? Или в чем основные преимущества? Ну, скажем так, что мы сейчас живем в 21 веке, и в 21 веке появились новые технологии, новые элементы химические и прочее. И в целом мир не стоит на месте. И вот как раз с появлением новых строительных технологий определенные процессы, они начинают претерпевать ряд изменений. И на сегодняшний день нет необходимости устанавливать тяжелые бетонные монолитные конструкции, в которые вы закопаете огромное количество сил, средств, что немаловажно, и времени. А можно сделать вот такую конструкцию, которая будет значительно легче, которая модульная. Она позволяет вносить определенные доработки в свой конструктив. Она может быть удлинена, она может быть укорочена в зависимости от нужд. И теплоемкость у нее очень хорошая, потому что достигается она путем набора определенного утеплителя и так далее. Она отвечает всем современным требованиям пожарной безопасности и так далее. Фактически подобную конструкцию можно возводить с минимальными изменениями на разных типах грунта, в разных климатических поясах и так далее. При этом жесткость самой металлоконструкции, она не уступает бетонным. Мы с вами можем наблюдать определенные ребра жесткости, мы можем наблюдать связи, боковые перемычки и так далее. То есть все это обуславливает как раз-таки те потребности, которыми в данном случае озадачен заказчик, в частном случае Совалмаш. Да, интересно, интересно. Так, ну, пойдем, пройдем дальше. Вот покажи, что вот это за часть сейчас вот рабочие делают? Здесь, насколько мне известно, также будет выполнена одноэтажная пристройка с инженерными коммуникациями и так далее. То есть это не часть здания, да, уже получается? Это, вот если мы посмотрим на эту сторону, то мы с вами видим, как к основному зданию осуществлена пристройка. Угу. Одноэтажная. И дальше также она будет осуществлена. Угу. Точнее, возведена, правильнее будет так, сказать. Здесь ты, по-моему, говорил, что здесь часть производственная, да? Да, здесь мы идем уже фактически по производственной части. И конкретно вот в данном месте, где мы с вами идем, не будет производственной части, потому что она как раз-таки вон там, за этой линией фундаментов. А здесь мы идем в пристройке. Вот где лежат металлоконструкции, здесь и будет осуществляться автоматизированный выпуск мелкосерийных установочных партий, двигателей будущих. То есть можно сказать, мы идем в том самом месте, откуда потом можно будет забирать двигатели. То есть вот это оборудование, которое сейчас было закуплено, оно здесь будет располагаться, да, в будущем? Я не могу сказать точно, где оно конкретно будет располагаться, но однозначно после того, как здание будет достроено и ближе к вводу, к эксплуатации, данная линейка будет перемещена сюда, на эти мощности. Угу. А на сегодняшний день она будет размещена на временных арендуемых площадях в здании НИИТМ. Угу. И там уже подготавливается помещение под принятие оборудования вместе с помещением для расширения лаборатории. И как только оно приедет, соответственно, специалисты начнут с ним работать напрямую, и уже будут первые результаты работы. Это и обучение специалистов, и отработка, и создание необходимой оснастки, и многое-многое другое. Но я думаю, об этом наши зрители узнают несколько позже, потому что все карты мы раскрывать, я думаю, не будем. Оставим немного интриги. Конечно.
Где у нас, получается, заканчивается производственная часть и начинается административная, я так понимаю, да? Дальше. Прям точно я сказать не могу, но предварительно за линией лестничного марша дальше должно начаться административное здание. Вот это все, это будет, насколько мне известно, производственная часть, но для того, чтобы точнее ответить на этот вопрос, нужно поднять проектную документацию и конкретно посмотреть, где находится. Да, совершенно верно. Кстати, вот сейчас мы с вами можем наблюдать разгрузку плит, цокольных панелей, точнее, которые в дальнейшем будут смонтированы. А они где закупаются? Ну, это подрядная организация, изготовитель, который изготавливает их специально под нас, необходимые размеры, необходимые плотности, с утеплением и так далее. Это наш производитель, отечественный или зарубежный? Вот на этот вопрос я тоже сейчас затрудняюсь ответить. Но, насколько мне известно, скорее всего, это отечественный производитель, но лучше мне не верьте. Этот вопрос стоит уточнить и ответить на него более правильно. Ну, вот фактически сейчас мы находимся по центру строящегося здания, и в принципе, по большому счету, мы все, что было интересно на сегодняшний день, рассмотрели. Поэтому дальше нас ждут огромные приключения по возведению металлоконструкции в нашу сторону, и финишем будет как раз-таки административно-бытовая часть. Ну, я вижу, что, да, прогресс идет очень быстро, но при этом работы еще много. Когда по плану планируется завершить монтаж металлоконструкций и, может быть, даже перейти уже к внутренней отделке? Ну, касательно монтажа самой коробки, если все пойдет хорошо и не будет никаких задержек, проволочек и так далее, то вполне возможно, что к осени коробка, ну, внешний контур будет закрыт. Но, опять же, не будем зарекаться. Вот, это планы, это рабочие планы, которые мы стараемся реализовывать всеми возможными, а порой и невозможными средствами. Ну, я так понимаю, то, что это по плану генерального подрядчика, так, да? И, ну, вроде на сегодняшний момент мы идем согласно нему. Надеемся, что и так и дальше. Да, были определенные отставания в связи с климатическими условиями и так далее, но на сегодняшний день мы идем строго в графике и в рабочем ритме. Угу. Александр, скажи, вот до сих пор у проекта есть недоброжелатели, хейтеры, которые сначала говорили, что мы не станем резидентами Технополис Москва, потом то, что нам не дадут разрешение строительства. И мы всегда думали, ну вот начнем строительство, все, эти люди, как бы у них не будет аргументов. Но даже сейчас находятся те, кто говорят, это постановочная стройка, у вас какие-то тут трое рабочих, они чистые, они тут просто одели эту спецодежду и уходят. Вот скажи, вот как можно подтвердить, что все это сейчас настоящее? Какие бы ты аргументы привел? Ну, во-первых, ребята, обязательно снимите актеров, которые сейчас покидают свои рабочие места. У них сейчас пересменка, гримерка, и все как бы будет потом по новой. Не успели просто доснять, видишь, уже ушли. Но на самом деле я бы сказал так, что люди делятся на два типа. Первый – это думающие, второй – это слабоумные. Слабоумие бывает по разным причинам, и что здесь можно сказать? Ну, так бывает. Ведь существуют официальные социальные сети, существует практически каждодневный материал, видеоматериал, который подготавливается непосредственно со строительной площадки. Есть адрес строительной площадки, есть особая экономическая зона, у нее есть свой официальный сайт, на нем есть официальная запись о том, что существует такой резидент, как Совалмаш, который занимается тем-то, 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 тем-то. Все это расписано, все это ясно, все это понятно. Я думаю, что даже когда Google Maps обновят свои карты и со спутника будет виден здание, все равно будут находиться те, кто скажет о том, что все подстроено. Да, я видел, где-то кто-то писал, что да, это стройка, уже 10 лет, они просто пришли на какой-то старый объект. Ну, друзья, это очень легко, на самом деле, проверить. Действительно, смотришь с карт, смотришь там предыдущий год фотографии, смотришь в этот год фотографии, видишь, не было ничего, появилось. Все очень легко подтверждается, и опять же, те, кто пытаются что-то сказать порочащее, неправдивое и так далее, все это выплывает. Ведь у нас были определенные деятели, которые говорили, что мы там не сделаем то-то, мы не сделаем это, мы не сделаем еще там что-то. Но в Совалмаш позиция у сотрудников такова, у команды в целом, что говорят о тех вещах, которые уже были сделаны, и по минимуму стараются загадывать на будущее. Да, каких-то планах там изначально стоило сказать для того, чтобы вообще рассказать, чем здесь все собрались, так сказать, заниматься. Но по большому счету говорили про металлоконструкции, показали металлоконструкции. Говорили про то, что работает два больших крана, например, на установке металлоконструкции, показали. Приехал третий, вот, пожалуйста, третий. Есть бетон, пожалуйста, бетон. Котлован, к
котлован. Вот все доказано, все показано. Ходят строители. Почему строители чистые? Ну, видимо, воспитание такое, понимаете? Видимо, с детства приучили мыть руки, стирать одежду, да, возвращать свой инструмент на заранее подготовленные места и так далее. Причем это, ну, многие строители, они советской закалки. И даже если они сами были рождены не в советское время, то закаляли их советские люди. А там всегда был мультик «Мой Дадыр», например, да? Я думаю, все же смотрели, все же знают и понимают. Ведь если серьезно говорить, то существуют определенные правила, нормы, которые предъявляются соответствующими организациями. И недопустимо, чтобы человек в условиях полной антисанитарии работал, осуществлял какую-то деятельность. За это полагается соответствующая конкретная, так сказать, награда. И здесь строители действительно поддерживают строительную площадку в идеальной чистоте, то есть нет мусора, как это привычно. Ведь если мы в будущих наших роликах обязательно покажем наглядно, как происходит строительство на разных площадках. Вот если мы сейчас с вами посмотрим въезд на стройку, на что он похож? Ну, фактически, это подъезд к какому-то офису или куда-то, да, вот какому-то, может быть, торговому центру, все чистенько, асфальт чистый, машины выезжают чистые, несмотря на то, что это крупная строительная техника, тяжелая. А если мы посмотрим на ряд других площадок, то мы с вами сможем видеть грязь, которая на вот этих вот дорогах, да, на выезде. А здесь организованы помывочные пункты, ведь машины очень часто, вот комментарии от многих приезжающих к нам, самосвалов, которые песок привозят и так далее, они приезжают грязные, а выезжают чистые. То есть фактически мы еще и помогаем им в наведении марафета на их транспорте. И, ну да, так и работаем. То есть... Ну, я честно скажу, я думаю, что те люди, которые говорят, что проект там какой-то ненастоящий, или то, что это липовая стройка, но это просто звучит очень глупо. Вот. Но я при этом думаю, что те, кто реально не верят, вот они будут до конца защищать какую-то свою точку зрения, потому что, ну, когда ты уже много лет говоришь одно, а потом видишь другое, очень тяжело перестроиться и свою позицию поменять. Нужно действительно быть, ну, сильным человеком, чтобы менять свою точку зрения, когда ты действительно не прав. Я думаю, что даже когда Совалмаш начнет получать первые заказы, они скажут, да это им повезло, да это тут вот сосед у них был в особой экономической зоне, увидел в окошко их и обратился. Потом еще что-то скажут, так... До конца своих дней будут говорить, да все это ерунда, вот скоро вы там что-то увидите, а Совалмаш будет уже 10 заводов иметь, 10 КБ и по всему миру работать. Все это монтаж. Да, и скажут, да это наклепали, да, наняли тут этих актеров в роли директоров заводов каких-то непонятных. Ну, короче, сказать всегда можно все что угодно. Сказать вообще что-то в адрес кого-то такое нелицеприятное, это всегда самое простое, чем... помочь, да, или сделать что-то лучше, ну, или даже просто похвалить. Многим людям похвалить кого-то, это действительно очень сложно, а то, ну, как же, он такой молодец, а люди понимают, что они, значит, не молодцы какие-то, да, получается. Но тут вопрос того, что по большому счету здесь никто не нуждается ни в похвалении, ни в оценке, ни в чем. То есть, в принципе, каждый член команды, как и в Совалмаш, так и в Solar Group, работают на достижение конкретного результата и выполняют свою поставленную задачу. Будет ли похвала, будет ли какая-то грязь выливаться, либо это, может быть, будет замечание, которое действительно рациональное и адекватное. Такие замечания, они всегда нужны. Но вот существует тот человек, который отвечает за определенный фронт работ. И кто бы что ни говорил, ответственность несет именно один конкретный человек. У него есть имя и фамилия, да, у любой проблемы всегда есть имя и фамилия. Насколько мы можем наблюдать сейчас, проблем нет. Ну, то есть глобально. Да, есть рабочие нюансы, да, есть рабочие какие-то ситуации, которые требуют оперативного регулирования и так далее. Но, тем не менее, кто бы что ни говорил, резидентами особой экономической зоны Совалмаш стала. Металлоконструкции были авансированы, завезены. Оборудование поступает, арендованные площади развиваются. Лаборатория на сегодняшний день является высокоточной, и, как заявляют представители компании «Мактрол», это в России одна из самых точных лабораторий. Подобное оборудование существует в наличии у КАМАЗа,
но предназначенная для работы с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому вот как раз такие триггеры, они и говорят о том, что то, что здесь происходит, оно выполняется не просто так, не абы как и не абы кем. Это люди, которые имеют определенный опыт, они знают, что делают, и они ведут к определенным последствиям. И они когда... доказали результат, что там. Да, они доказали. Он уже есть. Согласен. И если кто-то со стороны, смотря на все эти процессы, чего-то не понимает, это не факт того, что здесь что-то неправильно происходит. Просто не все рассказывается, да, конечно, как в любом бизнесе. Но представление и понимание того, как двигаться, куда двигаться и, главное, зачем, оно есть. На самом деле, мне кажется, ответ на все вопросы есть. Тут просто, когда ты не являешься экспертом в чем-то и слышишь какой-то ответ, ты не можешь его правильно воспринять. Тебе какие-то термины непонятны, да, какие-то там мысли непонятные могут быть. И тебя вот, ответ он не устраивает. А на самом деле, ну, ты не можешь его понять, ну да, потому что там ты не профессиональный строитель, да, или ты там никогда не делал подобных инновационных проектов. А есть везде свои нюансы. Человек видит чуть-чуть что-то, он судит по ролику, там, а команда Sovelmash, она видит всю картину. О том, о чем даже люди не подозревают, и есть проблемы, о которых люди их не слышали. А они были решены, решены успешно и профессионально. Ну, как бы, а зачем? Это рабочие моменты. Полностью согласен. В принципе, я думаю, на эту тему можно больше не, так сказать, оттратить время. Вот мы провели такую довольно обширную экскурсию по строительной площадке. Было. Поэтому первое, что хочется спросить, вот так как вот это все увидено в первый раз, какие ощущения, какие эмоции? Ну, это вдохновляет. Это действительно вдохновляет. Вот мы сегодня тоже обсуждали, что идет стройка. Ну, вроде так и должно быть, да? То есть, ну, она же должна была быть стройка. Мы все были уверены, что она будет. У нас не было сомнений, что мы там ее начнем, не начнем. Но все равно, когда ты приезжаешь, и ты видишь то, что то, в чем ты был убежден, все-таки прям происходит, и ты понимаешь, что твои усилия, они из просто из твоих мыслей, намерений, да, во что-то материальное такое обращаются, ты прям чувствуешь, что ты идешь в верном направлении, это прям хочется еще больше работать, еще больше делать, чтобы все это продвигалось как можно быстрее. Я думаю, что вот, ну, на видео точно не так. Вот люди смотрят, они тоже то же самое чувствуют. Я надеюсь, что будет возможность у многих сюда приехать. Сейчас это сделать не так просто, все-таки пандемия, да. Но если вы здесь побываете, вы, конечно, будете сильно удивлены. Но когда достроят, точно увидят. Ну, я здесь могу сказать такой комментарий, что фактически мы здесь присутствуем, нам посчастливилось часто здесь находиться, особенно команде, которая осуществляет съемочные работы. И действительно, это грандиозный объект, строительство которого является плодом трудов огромного количества людей. Не одной тысячи человек, и даже не двух, и даже не трех. И вот благодаря тому, что ты проводишь вебинары, мы здесь проводим определенные передачи, видео делаем и так далее, и вот как раз-таки мы и помогаем людям увидеть то, что здесь происходит, и стараемся передать те эмоции, передать тот посыл, который мы здесь можем увидеть и лицезреть, и прочувствовать. К сожалению, конечно, действительно, всех пригласить на строительный объект нельзя, потому что это объект повышенной опасности, и строительные команды, они работают над выполнением своей поставленной задачи. Если мы будем вводить сюда, скажем так, экскурсии из больших делегаций или даже маленьких делегаций, то мы будем существенно тормозить работы и подвергать опасности жизни не только тех, кто пришел, но и тех, кто работает. Поэтому, конечно же, этого мы не делаем. Но, возможно, будут какие-то мероприятия, и кто-то сможет поприсутствовать и лично это все вылицезреть. Ну, большое спасибо за экскурсию. Спасибо. Было очень интересно. В следующий раз приедем, посмотрим, что изменилось. Я думаю, изменится уже много, потому что, ну, работа каждый день очень большая проделывается. Да, за те два месяца, что мы не были здесь, очень кардинально все изменилось. Мы видим, что просто вырастает на глаза комплекс. Хотя, казалось бы, монтаж идет даже не два месяца. То есть с момента капсулы времени прошло какое-то время. И сегодня, если мне не отказывает память, по-моему, 32-й или 33-й день монтажа. Да, мы видели только котлован, по сути, два месяца назад. Да? Сейчас мы уже видим вырастающий комплекс. Да, облик здания. Это видно, да. И видно, что именно как организм стройка живет, по куче нюансов, да, те, кто был на стройках, понимает, что
мы коснулись вопроса постановочных, да, там постановочная стройка, не постановочная, ну, не будет никто фантики разбрасывать постановочной постройки, да, или делать пересменку. Мы видим, да, что стройка живет как организм. За 2 месяца этот организм здорово вырос. Мы признательны, да, что вы находите силы. И Дмитрий Александрович, да, время. Мы видели его настройки здесь. Мы понимаем, что он очень много проводит здесь своего времени, да, которое мог бы иначе совершенно использовать. Мы понимаем, каких трудов не только материальных, но и моральных, нервных это стоит все. Мы желаем ему терпения, сил. Надеемся, что еще через 2 месяца мы увидим уже что-то такое, уже похожее на комплекс, который будет уже работоспособным. По крайней мере, его внешнюю составляющую. Еще раз спасибо, что нашли время, Александр. Вам спасибо, что приехали. Я думаю, уважаемые зрители, оставляйте свои комментарии, пишите пожелания, пишите вопросы. Будем стараться на них отвечать и показывать вам все то, что происходит здесь. До новых встреч. Всем пока. Всего доброго.